Чего? Привет, привет, ребятки, меня зовут Спалидрин, и сегодня будем проводить эксперименты. Сможет ли у нас одна стена не дать просто взорваться вот такому количеству королев? Или королей? Ну, в общем, наших гигантских шариков. Сейчас мы будем проводить испытания с помощью динамита. Так, ну давайте пока что такое количество. Так. Хоп, отлично. Отлично. И садим шарик куда-то. Куда-то сюда. Нет, он сюда не садится, а у нетушки. Так, ну давайте сюда посадим, ладно. Ну что ж, попробуем. Так. Это дело у нас срабатывать не особо хочет. Тогда, ребят, нам остается только наших гигантских шариков поставить вот здесь. А под низ мы уже будем делать наши бомбы. Так. Так. Подождите, а что делать, чтобы они сразу не взрывались? Может быть, подушка из пружин спасет положение? Так, я понял, только нужно подушку побольше делать. Так. Какие-то у нас странные испытания. Прям очень. Так, я хочу попробовать... Сколько нам нужно, чтобы перевести... Так, а ну ставься. Вот этого вот шарика. Сколько нам хватит обычных шариков? Так, 3 не хватило. Так, уже хорошо. Все, ребята, мы зависли. Смотрите, он летит. И развалился. Так, ну сейчас мы ему устроим испытание. Смотрите, куда он помчал. Так, а какие ему помогли, а какие нет? Как нам теперь понять? Смотрите, достаточно быстро полетел. Ты куда? Эй, стой! Все, возвращайся назад. Ребят, посмотрим, как он сейчас упадет. Разбился. Так, давайте что-нибудь еще интересненькое построим. Например, поставим 2 ящика аж вот здесь. Вот так вот. И пружина между ними. Так, а ну-ка ставь мне пружину нормальную. Так, а что нам придумать, чтобы это все еще разлеталось? Текс. Ага, вот сюда просто пропеллер не поставили. И шариков, конечно же, шариков. Так. Давайте, растягивайте ее. Так, пошло дело. Так, пошло и не пошло. Оп. Давай.
Ой, ребят, она хочет порваться. Все, это случилось. Это случилось. Так. Веревочка. Что она сможет сделать? Смотрите, они разлетаются. Так. Да, какая огромная веревка. У нас шарик летит, конечно, но вот веревка это очень большая. Все, она порвалась. Она, ребята, порвалась. Так. Мы поставим сюда двигатели. И будем смотреть. Будем смотреть, что из этого выйдет. Давай. Да куда ж тебя понесло-то? Так, а сколько шариков у нас может поднять? Вау, много. Икс. Хорошо, и давайте вот так вот сделаем. Поднимается. Так, а два шарика. А 10. Так. Небольшой перевес только что был, но он незначителен. А вот так. Хорошо этим. Сколько же их много мы ставим. Прямо целая куча. Так. Так, 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 так. Ха-ха-ха-ха, смотрите, какой перевес начался. Мы падаем. Наверное, да? Нет, мы не падаем. Эй, как это мы не падаем? Так, хорошо, запуск номер два. Так, ну мы тут все полопали вроде бы. Опять мы не успели, опять не успели, опять не успели. Хорошо, тогда вот так вот просто делаем. Чего? Это ж сколько мне надо этих шариков поставить? Чего? Это что у нас такое тут? Так.